Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новую серию по игрушке Bimage Drive. И, кстати говоря, прямо сейчас на новом канале проходит неделька Бимки, это значит то, что каждый день выходит новая серия по этой замечательной игре, поэтому советую подписаться на канал, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропустить следующий видосик, а также поставить колокольчик, чтобы уведомление пришло вовремя. И знаете, друзья, я хотел бы начать эту серию весьма необычным способом, а именно выразить просто нереальную благодарность вам за то, что вы... Ну, я не знаю просто, как это назвать, друзья, вы просто колоссальную поддержку каждой серии просто показываете, я не знаю, даже у меня уже язык заплетается, просто уже заговариваюсь, это, все, тихо, спокойно. Друзья, реально спасибо вам за ваши лайки, которые вы ставите под каждой серией, мне очень приятно, я знаю, что вам не сложно, а мне приятно, вам не сложно, мне приятно, в общем, все просто, простая арифметика, пятый класс, тяжелое детство, как говорится. Ну ладно, сегодня у нас Царь Горы. Та самая рубрика, которую почему-то я забыл. И, кстати говоря, вот многие думают, что я не читаю комментарии. Ну-ну. Я в комментариях как раз таки и вычитал. Я такой, типа, комментарий, вот, цитирую. А почему Санек, интересно, не продолжает рубрику «Царь горы»? Я такой, вижу этот комментарий, такой, так, «Царь горы», что же, блядь, это такое? Я реально подзабыл, а потом такой просто ввел в поиски в своих же видосах и вспомнил, что же это такое. Друзья, сегодня будет... Ну, сказать, что это level up, это ничего не сказать, потому что... В данном случае это будет самый сложный подъем. И, кстати, если вы прям накинете реально много лайков к этой серии, то эту рубрику мы оставим на постояночку, ну, так сказать, там, раз в какой-то промежуток времени будет выходить новая часть царя горы, назовем это так. В общем, сегодня у нас хардкор, потому что булыжники, которые летят сверху, значит, задача в чем? Задача забираться на разных автомобилях до самой вершины. И есть маленькое такое недоразумение, маленькая помеха, которая будет мешать, точнее, маленькие помехи. Это огромные булыжники. Если в прошлый раз это были такие камушки, как бы, ну, все-таки, то сегодня это максимально возможные на этом сценарии булыжники, которые весят что-то, блядь, 6 тонн или что-то такое. Ну, прилично, в общем. А если честно, я даже хотел бы уточнить, потому что я уже подзабыл. Мне кажется, это весьма интересная информация. Сейчас мы зайдем в сценарии, найдем этот сценарий. Тут есть различные варианты, в принципе, потому что тут даже можно запустить, чтобы падали машины, а именно Ибишу Ковид. Вот, 6650 кг. Ну, как бы хуйня, в принципе, да, то есть ни о чем. 6,5 тонн, даже с лишним, летят, причем куча раз, куча всяких камней летят на меня, а моя задача всего лишь забраться наверх. В прошлый раз это точно было что-то поменьше. Тут еще есть кирпичи, металлические блоки и, в общем-то, даже есть Ибишу Ковид. Так что есть чем поэкспериментировать. Ну, а сегодня я выбрал хардкор. И для того, чтобы первый участник стартанул, многого не нужно. Я просто пожелаю всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. И, конечно же, я решил сразу проверить нашего читера, нашего, скорее всего, нового героя. Я пока что еще не определился с именем, скажу вам честно. Спасибо, кстати, за то, что предложили несколько всяких вариантов под прошлой серии. В общем, я не знаю, что про эту машину сказать, просто все сказано и так, она реально читерская, она, сука, едет везде, ей вообще похуй на все, и она готова пробраться просто вот-вот куда угодно, поэтому мне кажется, это будет максимально эпично, если прямо сейчас я стартану, и она просто с первого раза заберется на самый верх. Итак, вроде с виду, ну просто, ну как бы, ну как вот она может это делать, давайте посмотрим, так, надеюсь, повезет, ебать, ой-ой-ой, у меня такое ощущение, что, кстати... Ну, это, знаете, это было бы странно, реально, если бы вот... Блять, пизда. Ну как? Вот мне просто даже интересно, что будет, если этот булыжник ударит, потому что он реально... Мне пока везет, я стою на одном месте, но меня ни один булыжник не задел почему-то. Ладно, пусть... Ух, нихуя себе, он меня двигает. Ладно, пусть это будет сюрпризом для меня, когда реально в меня булыжник въебется. Судя по всему, друзья, у нас маленький нюанс. Дело в том, что эта машина хоть и мощная, хоть и читерская, но задний привод и такой склон немножко несопоставимые вещи, поэтому... Ебать, он меня по касательной задел и просто откинул в сторону. Вы понимаете силу вообще этих камней? Они вообще жесткие, блядь. Ладно, к сожалению, эксперимент был неудачным, потому что действительно нужно что-то полноприводное, что-то мощное. Поэтому я просто-напросто возьму сейчас, например, хочется начать на самом деле не с каких-то там внедорожников, пикапов. Хочется начать реально что-то такого не очень подходящего. Поэтому я выберу полноприводную версию... где у нас полноприводная версия? Она по-любому есть. Вот, АВД. АВД К-Series МК В10. Ну, казалось бы, что может быть лучше, чем спортивный автомобиль, у которого настоящий атмосферный В10, который готов рвать и метать, причем еще и по полном приводе. Ну, то есть вообще идеальные условия для всего. Поэтому старт. Все, я готов. Я надеюсь, что получится. Стабилизацию нахер выключаю. Нафиг она не нужна. О, уверенный старт.
Бля, камни даже эти мне мешают. Я уже молчу про... Блядь, про те... Так, ну все, сейчас заеду, пацаны. Сейчас заеду, смотри. О, повезло. Блядь! Блядь, блядь! Сука, колесо! Тихо, тихо, держись, малыш, держись. Тихо, тебе повезет. Не повезло в любви, повезет с камнями, как говорится. Так, блядь, пизда, вообще жесткая. Не, ну тут бесполезно. Даже если я сейчас остановлюсь, хотя я лечу просто по накатанной вниз, ничего мне не поможет, камушки меня... Ну, пожалели. Что-то они меня жалеют. Знаете, они хоть и летят с такой скоростью, их так много, но они меня реально жалеют. Вообще, кто-нибудь сегодня доедет или нет? Потому что такое количество этих камушков, такой пиздец, что у меня такое... О, блядь! Просто никуда не деться, понимаете? Насколько это сложно. То есть, я говорю, если бы это были маленькие камушки, как бы, ну, не проблема. Мы легко, несколько участников у нас в первой серии, которую я вот записывал уже несколько месяцев назад, доезжали до конца. И легковые тачки. Ну, просто понимаете, да? То есть, как бы, сказать, что... Блядь, жесть. Это жесть, реально. Просто сказать, что удар... Мотор в салоне, просто вот можно описать вот так. Мотор ушел в салон. Просто прогуляться, блядь, так чисто ненадолго, блядь. Так, ладно. Я все-таки должен это сделать, на самом деле, потому что я хотя бы до серединки-то доеду, вообще нет. Так, все, уверенно вли... Да ебаный пиздец, их реально, они просто загораживают весь путь. Я не понимаю, тут надо такой-то тайминг ловить. Но тут не рассчитать, потому что они всегда по-разному летят. Давайте вот я чуть-чуть подожду. Вот так немножко траекторию вот сейчас прикину. Так, вот так вот, да? И вот сейчас, вот они пролетели, и я поехал, блядь. Я поехал, нахуй. Блядь, это жопа какая-то. Это просто, блядь, жопа. Мне кажется, ни один автомобиль сегодня не доедет до верха. И, наверное, это будет последний эксперимент с этими камнями. Но я должен был это сделать. Я решил сделать это именно сегодня. Потому что это самый жесткий, самый хардкор. Это просто грубо... Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, сука! А тут просто не повернуть, она... А, все, 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 там... Кстати, мотор целый. Судя по описанию повреждений, мотор целый. Но вот все остальное повырывало к чертям, блядь, просто. Чертики там в аду прям ликуют, блядь. Потому что к ним прилетела куча запчастей от этого автомобиля. Так, ладно, сейчас... Это просто повезло, реально. Это просто повезло, что я даже туда долетел. Куда-то летел. Он уже сюда целится, сука. Он уже сюда летит, ко мне. Давай, левей, быстрее. Ух! Нормально, нормально. Так, вот тут грязь ебливая. Пожалуйста. Нет, блядь, я думал налево. Нормально, нормально. Ух, блядь, ебать, бешеный камнище улетел на меня. Колесо лопнуло, почему? А хуй знает, прокол, блядь. Гвоздь какой-то, наехал на гвоздь, походу. Давай, хорошо, иду, блядь. Правее. Блядь, левее. Блядь, аккуратно. Ой, повезло. Ой, радиатор дамагит, похуякит вообще. Вообще вот нас... Нет, ну сука, ебать. Ну нет, нет, ну куда ты меня толкаешь, сучара, блядь. Тихо, заводись. О, мощность, мощность. Бля, сейчас перегреюсь, нахуй. Сейчас мотор ебанет же. А, все, понял, понял. Меня просто послали на три буквы очень уважительно. Я почти доехал, блядь, до конца. Это реально очень сложно. Давайте еще пару попыток дадим этой тачке, потому что это спорткар, который сейчас преодолевает какое-то бездорожье, преодолевает этот склон, еще на него летят камни, и он как бы готов бороться. Поэтому дадим еще раз шанс и... Мне кажется, здесь по-любасу должны поучаствовать как-нибудь герои Бимки. Ну, сука, ну хули ты сменил свою траекторию, еблан, блядь, камень! Ну, пиздец, ну все, пиздец. И сейчас еще под... Правильно, капот, фу, бля, багажник, все подлетало. Ладно, все, я спокоен, на самом деле, ребят. Я спокоен, немножко эмоционален, но потому что, как бы, когда летят булыжники, ну, спокойным быть не особо получается, если честно. Блядь, все там расхуя... Я радиатор пробил уже. Я пробил... Сука, радиатор на ровном, блядь! Меня просто в сосиску превращают, блядь. Меня просто сплющивают. Вообще, делают, что хотят. Делают, что... Беспредел, нахуй. Я буду жаловаться. Куда? В суд Бимки. Такого нет. Ну и похуй. Так, ладно. Опа. Проехал аккуратно. Радиатор сейчас бы пробивать, блядь, от маленьких камней. Так, все. Я поехал. Тайминг. Вот, хорошо. Какая дырка? Как прошел, а? Подлети, пожалуйста. Сука, ну подлети, ну я думал, она трикошетит. Блядство. Блядство, просто блядство. Я просто принципиально хочу. Я так верю в эту тачку, реально. Я понимаю, что я слишком много уже попыток предпринял. Но она же почти доехала, реально. Как же тут вот реально все зависит от везения? Просто не то слово, блядь. Вот просто везение решает. Я тут вообще ничего не решаю. Я просто давлю на газ, пытаюсь что-то где-то вы... Вот куда вот ее сейчас... Ее сейчас просто ведет... Нормально, кстати. Кстати, очень даже не... Очень, кстати, даже неплохо. Очень даже... Бля, пожалуйста. Только не надо прилетать сейчас.
Пожалуйста. Левее. Правее. Нормально. Так, проходим. Бля, есть шансы. Пожалуйста, не надо, не надо. Нет, ну, сука, отъебись, отъебись, отъебись. Отъебись от меня, пожалуйста, отъебись. Отъебись, куда ты летишь? Давай! Блядь, ну, если сейчас напоследок ебанет, это будет не смешно. Блядь, их очень много. А! Спрятался! Я спрятался. Я выжидаю. Я как, сука, зверь, блядь, хищный. Как хитрая, блядь, мошонка. Давай! Бля, газуй, газуй, заезжаем. Блядь, она, сука, не заедет теперь. Походу, придется туда ехать. Бля, надеюсь, повезет. Все, теперь просто проскочить направо. Ебать, я это сделал, пацаны! Я это сделал, блядь! Я это сделал на этой... Тихо. Что-то вырвало, похуй. Это unbelievable, блядь, реально. Это минута 0.9. Это отличный результат для этой тачки. Просто шикарный, я бы даже сказал. Хорошо, у нас есть первый победитель. Я прям, видите, добился своего. До конца шел, так сказать. Не опуская рук. Все, вообще. Так, этот, по-моему, у нас был в прошлой серии, поэтому не так интересно. Можно назад, пожалуйста? Алло, игра, блядь. Игра, я не хочу, я такая... Блядь, что-то я не понимаю. Назад нельзя вернуться, что ли? Так. Угу. Ну, как бы есть, конечно, у меня предположение, что можно опробовать один интересный автомобиль, который называется Hirochi Sunburst. У него куча различных модификаций, и если мы возьмем... О, бля, краулер. Ну, типа, само название... Вот давайте вот сразу вот теперь возьмем, например, тачку, которая, ну, по идее, подходит для всего этого мероприятия. То есть тачка, у которой есть нормальная резина, нормальные колеса, лифтованная, подготовленная. Ну, вот просто... Просто берешь и забираешься. Теперь реально все решает удача. Просто, блядь, Mad Max отдыхает, нахуй. Так. Мне кажется, у него мощности маловато, если честно. Пока по первым впечатлениям, но... Так, я вы... Бля, ну с такой... Серьезно, блядь, краулер, нахуй? Это, блядь, это хуяулер, блядь. Это просто, блядь, моя восьмерочка, которая у меня была 9 лет назад, ехала и то, блядь, быстрее. В эту гору бы заехала только так. Так, есть единственный шанс сейчас закись азота подрубить. Я не знаю, что она даст, но... Тачка вообще, ну, с мотором... Ага. Немножко прогадали, мне кажется. Просто уверенно врываюсь, допустим. Так, ну получше стала ситуация. Блядь, ну он вообще не едет, блядь. Ну она... Тут не в камнях проблема, хотя... Вот теперь в камнях проблема. Ну типа не в них вообще проблема, потому что она, эта сучка, не едет просто. Эта сучка отказывается ехать. Так. Ну я не знаю. Нет, ну с такой мощностью... Ну вот если только единственный шанс... Единственный шанс. 5,5 V8, блядь. Нахуй он здесь сдался, если он так не едет, я не понимаю. Сейчас мы тюнингонем. Adjustable Race EQ. Просто залетает, ну, ура, сразу. Не знаю, что это даст, но, может быть, надо было просто поставить какую-нибудь рядную четверку, блядь, которая раскочегарилась бы, и все было бы хорошо. Сток, лонг блок, блядь, ультра хэви дьюти. Stage 2 performance long block. Так, следующий этап тюнинга у нас пошел. Я не знаю, даст это что-то или нет, я надеюсь, что да. Дальше, давай, ставься stage 2, блядь, не stage 2. Ну, ага, exhaust есть, отлично. О, Stage 3 Supercharge, все, пиздец. Ну все, вот сейчас она должна просто в космос, блядь, полететь. Реально, с такими тюнячками. У нее нет права на ошибку, блядь. Я не знаю, трансмиссия, это хоппер, блядь, 3 Speed Race выдержит или нет. О, блядь, вот нахуй. Поехала, сучка. Вот теперь будет шоу, нахуй. Вот теперь, блядь, все надо самому, блядь. Просто поебалу получил, блядь, и заткнулся, блядь. Просто, блядь, не прошел фейс-контроль, называется. Ладно, ладно, приснилось. Сейчас мы заедем. Че, проблема, что ли? Как будто первый раз, блядь. Тем более краулер. Ну, блядь, тачка просто, ну вот, готова ебашить. Так, все, просто, сейчас должно повезти. Блядь, это издевательство, что ли, нахуй, какое-то, я не понимаю. Сегодня, ну, булыжники серьезные. То есть, ребята серьезные, они как бы летят вниз и готовы меня... Ай, блядь. Так, ладно, я выжидаю. Я хищник, блядь. Так, я хищник. Посмотрел. Поехал. Да, блядь, нихуя. Вот это мощь, нахуй. Тихо, не перевернись только. Сука, куда ты Тихо, блядь, развернись! Куда ты... Ты меня, сука, под жопу толкает, блядь. Ой, блядь. Блядь! Говно, блядь, ебаное. Сейчас все будет. Если я заехал на этом спорткаре туда... То какая проблема мне заехать на краулере, который... Вот так, давай. Ой, пошел. Хорош, малыш, хорош. Греется, похуй, нормально. Терпи, сука. Терпи, блядь, охлаждения не хватает. Нормально, сейчас пистончики, блядь, ебанут и все. Так, хорошо идет. Блядь, ну, сука, хули ты ко мне пристал? Я живой, я на ходу. А, у меня драйв-шафт broken. Пизда, блядь.
Ладно. Поехали! Надо сделать это красиво. Ну какие тут еще шансы, какие варианты, когда у меня есть краулер, он греется, да похуй вообще на него. Вот, слева обошел. Теперь наоборот, наебал систему и направо пошел. Блядь, блядь. Хорошо, блядь. Греюсь, мне похуй. Почему? Да потому что мне главное до финиша. Ой-ой-ой, она вообще жестко греется, сука. Мне кажется, я на... Стой. Хороший мальчик. Или девочка, я не знаю, как камни просто по полу отличать. Тихо, тихо, я правее, я правее. Ой, молодец, блядь. Ой, молодец, просто лайка бас, блядь. Лайка краулер. Греется, ну доедет, доедет. Блядь, я обоссался. Почему обоссался? Ну потому что обосрался слишком банально, согласен. Ха, изи, вообще, ноль повреждений. Ноль повреждений, и это просто вот идеальный финиш в березках. 42 секунды, между прочим, новый рекорд. Надо какую-то таблицу рекордов, мне кажется, уже делать здесь, царя горы. Чтобы мы засекали, кто у нас чемпион. Так. А что, если мы возьмем ЕТК 800 Series? Какой-нибудь... О, блядь, а тут, кстати, лифт... Нихуя... КСК Customs Lifted Destroyed. Ебать, серьезное название. Я аж прям захотел просто выйти пописать, блядь, куда-нибудь сходить. Хорошо, ну, мне кажется, мотор какой-нибудь сейчас стоковый будет, который не сможет ехать. Придется опять собственноручно всякие тюнячки ставить. Ну, мне уже не привыкать, поэтому чё уж тут. Давай, спаунимся побыстрей. На такой точили я еще не ездил, между прочим. Так, какая-то серьезная. А чё у нее сразу? А, я понял. Ну, нормальная ситуация, да, в принципе. Хороший автомобиль. Бля, ну чисто, блядь, я похож на... Я просто долбоёб-путешественник. Вот просто, просто взял какой-то сарай, блядь, разбил его, какие-то бочонки, блядь, прицепил. Куда-то пое... Бочонков уже нет. И машины сейчас не будет, походу. Я буксую, мне похуй. У меня есть турбина, которая дует 0,9 бар. Я пытаюсь, мой башбар меня... Кстати, нихуя не спасает. Ну, потому что тут хули толку-то, если башбар спереди, а камни-то тяжелые. Бля, мне жалко эту тачку почему-то, не знаю. Просто сейчас прилетит что-нибудь, и все, я пиздюлится она до конца. Не, не до... я не заеду с такой мощностью, я не знаю, что должно случиться. Она буксует. Мне реально ее жалко. Вот чисто, блядь, жалко просто. Она получила пизды сейчас конкретной. О, сейчас, блядь, словит свое счастье, нахуй, не? Не. Не, не заеду, пацаны. Пусть меня кто-нибудь уже... А, правильно, еще в эту же бочину, хули. Мало получил, сейчас еще в эту же бочину получу. На, нахуй, блядь. Пиздюлей со всех сторон. Просто уже... Уже та... А, да еще... А, не повезло. Или повезло, не знаю, как тут правильно назвать. Нормально. Была точила, стала, блядь, дрочила. Так, ладно. Сейчас все будет. Сейчас мы ее протюнингуем, эту малыху. Сейчас посмотрим, что там по тюнячкам. Бля, ну это пиздец какой-то, блядь, автомобиль. Я даже не знаю, как его назвать. Off-road Addons by CK. Ну заебись, блядь. Так, где engine, блядь? Что engine? А, body. Oh my god. 2 литра, блядь, охуеть. Чё это не едет нихуя, сток. Рейс, нахуй. Сразу рейс выбираем. Ща поедет. Ща малыха поедет, блядь. Ща только так попрёт. Турбочарджер там написано, но сейчас надо что-то еще там ебануть ему. Так, турбочарджер, сток, Big Boost Twin Turbocharger Kit. Все, это решает сразу все. Это как, знаете, вот где слово Big, там слово Boost. Где Twin, там и турбочарджер, как говорится. Вопрос решен. Бля, бедные 2 литра, сука. Они сейчас не выдержат. Ебать, я ее кручу, блядь. Ну, есть шанс, она... То есть, реально, big baby boost. Ну, этот, реально, раздувается долго. Ну, когда раздувается, пизда всему. Сейчас попробуем вторую въебать сразу передачу. Въебал. Сука. Не выдержал моторчик, блядь. Бедные эти 2 литра, они пиздец страдают. Чё ты там, блядь... Пистит, блядь, гир дамажит в близ юз клатч. Какой нахуй клатч? Я что, на руле играю? Бля, пизда, мордаху снесло только так. Чё, на тахе дал? Не, на тахе ещё не давал, а чё так? Ну, пока не дает. Так, первая передача, давай, сланча, ебать. Я заглох. Блядь, мне ебать везет сегодня, я просто вообще в шоке. Так, все, сцепа уже горит. Не, на первой должна выдержать. Она как бы такая, видно по... Боевое... Сука, ебаный моторчик, а? Его надо усиливать. Нахуй я такую улитку-то большую, турбокомпрессор, бля, въебал сюда. А, бля, со всех сторон. О, правильно, зажуйте меня тут все. Сделал пикап. Ну ладно, сейчас я попробую кое-что исправить. Попробуем
быстрый тюнинг в виде замены мотора на хотя бы... Ага. Ага. BMW N54 3 литра. Рядная шестерка. Ну, как бы... Ну, такое. ETK V8 Engine. Давайте поставим просто большой 5-литровый мотор V8. И сейчас посмотрим, что на него можно навесить. Потому что 2 литра охуевает с такого компрессора, конечно, от такого турбочарджера. Это перебор реальный. Так, а что можно здесь сделать? 5 литров ебал. Выхлоп. Мне кажется, похуй на выхлоп совершенно. А вот какой-нибудь Stage 1. Я почему еще даже не знаю, как она едет так, но Stage 1 турбочарджер надо. Ну что, я на атмосферники, что ли, поеду? Надеюсь, поедет. Надеюсь, поедет. У нас сегодня, видите, элементы тюнинга, все, что можно, прям в одном. Так, ну что, будет у нас третий победитель? Ох, бля, серьезно. Ну, кстати, нормально. Нормально. Мне кажется, нормально вполне. Бля, что-то. Бля, Карабасу плохо, блядь. Сука! Вот тварь, блядь, а? Вот тварь! Ну хули ты прилетела и раз... Ну просто разодрала, блядь, немножко. Бедная тачка, пиздец. Она вообще выглядит печально, знаете, вот как будто просто судьба посмеялась над ней. Просто плюнула, харкнула, блядь. Плевок такой, харчок такой, пу, блядь. Сборщи ей просто, и все. Так, ладно, сейчас все будет. Тихо, не свисти, блядь. Так. Ну, сука, просто издевательство. Я не могу проскочить реально. Я не понимаю, что, сука, не так, но просто не везет. Сейчас переждем. Сейчас переждем. Все проблемы уйдут, и мы проедем. Все, просто тайминг. Все, пролетела эта хуйня, значит, можно ехать. Так, аккуратно. По правой стороне. Налево, налево, налево. Блядь, не буксуй. Да налево, сука, блядь! Ой, блядская хуйня. Что сюда запихнуть, чтобы ты поехала-то, блядь, тварь, а, ебучая, нахуй. Заебло, реально. Ну сколько можно-то? Сколько я уже... Мотор поменял? Поменял. Компрессор поставил? Поставил. Это улиточки, блядь, сменил? Сменил. Нихуя не меняется все равно. Пизду, блядь, такие игры. Короче, я беру другой автомобиль. Беру другой автомобиль. Все, надо напоследок что-то, чтобы вот прям... О, Grand Marshal, кстати. Grand Marshal Beat, который совершенно не создан вообще для... Dragster. Ну, знаете, вот как бы я так, я вот рассуждаю так. Если машина может ускоряться прямо, почему она не может ускоряться прямо и наверх? Цитата сразу подъехала. Ну, типа, логично, правда? Зацеп главное словить и все, и похуярил. Главное не тормозить. Че, получится, нет? Сразу азота въебу, я не знаю, как она просто едет. Ну, буксует, ну и похуй. Сейчас зацепится. Ручную передачу поставил. Блять, хороша же, а? Ну, молодец! Engine broken, то есть, типа, сразу, да, то есть, не радиатор, блядь, не, блядь, какая-нибудь хуйтень, не омыватель фар, нахуй, наебнулся, а прям сразу, блядь, мотор. Так, вторая, блядь, нахуй сцепление не срабатывает, ладно, похуй, сцепление выживет, ой-ой, немножко боком, на второй иду, на второй, блядь, все, зацеп потерял сразу в грязюке, блядь. Буксует, пиздец. Ну, на сликах, конечно, бля, такое забираться, только я так... Куда ты, сука, идешь, блядь? Или летишь, я не знаю, как правильно. Че, капот, что ли? А, ну, нормально. Чтоб все видели мотор. Не, не заеду, пиздец. Причем мотор не перегревается, заметили, узнали? Согласны? Он как бы реально... Ему похуй. Вообще совершенно на все, блядь. Ему на все похуй. Он греется, но он не взрывается. Я вот его ебу просто на второй передаче, газ пола, нашлифую. Нихуя, я вот меня погладил по крыше. Не, ладно, это была хуевая идея. На Драгстере действительно можно ехать по прямой, но не вверх. Так. Ну, херочи с BR4. Там какая-нибудь модификация же по-любому есть, которую я еще... Хилл Клайм под хуйня полная. По-моему, мы тем более пробовали. А вот взять что-нибудь... Есть тут лифтованное что-нибудь? Хилл Клайм бы, блядь. Ралли Гревел. Что, блядь? Что? Где? Я не понимаю. Где что-то... Такое, чтобы я охренел... А, кстати, стоп! Да, блядь, что ты назад не возвращаешься-то, а? Если мы возьмем 200BX и просто-напросто выберем какую-нибудь модификацию, которая... Дескарт... Блядь, ну что за залупа-то, я не понимаю. Повсюду залупа. Ну что... Ну где... Где нормальные автомобили? Я вот не знаю. Нужно что-то такое интересное под конец, на чем мы еще не катались. Подождите, кстати. Тут же есть всякие... Ну это совсем трек той, ну нахуй это сдалось. Gravel GTR Rally. Gravel GTR Rally Gravel. Rally Gravel. Ну, она повыше, чем... Мне кажется, мощности там маловато. Ну ладно, давайте дадим шанс. Я не посмотрел даже привод, на самом деле, какой у нее. Но будем верить, что все не так уж и плохо, как могло бы быть. Поэтому... Ну давай, малышка. Мне кажется, она заднеприводная. Сейчас она атмосферная. Блядь. Блядь.
Ну, нормально начало, кстати, да, неплохо. Ну, уверенно, в принципе. Уверенно шел, но не дошел. Виктель заглох. Что-то она глохнет, блин. И просраться надо, она, блядь, с 83-го года, нахуй, стояла в гараже. И все позабыли, один раз поучаствовали в ралли, поняли, что это какая-то залупа, и... Тихо. Нет! Эй! Увернулся. Так. Ну, слушайте, гребет она нормально, но только, блядь... Тихо. Спасибо. Спасибо. Нет, дальше нет. Блядь. Ну от какого хуя два колеса лопнуло? Я сейчас в любом случае... Нет, это поеботина. Это поеботина. Это не по силе. Это не под силу. Не под силе. Не по... Ничего. Ну не сможет она, короче. Так. Burnside Special. Драк лимузин. Бля, ну это будет смешно, но она будет шлифовать, к сожалению. Я уже в этом убедился, что на сликах... К сожалению, я никуда не заеду. Блять, да что назад-то не возвращается? Каждый раз-то, блять, зачем это делать? И вижу Кови, да, покажи, вот сейчас он все покажет, блять. Он просто сейчас выйдет и все покажет. Прераннер. Блять, какие названия, я ебу. Прераннер. Вот что здесь? 10.3 до 100, передний привод, чтобы она сейчас никуда не заехала. Охуительная история просто. Нам нужен хороший автомобиль, который покажет все, что он может. И это будет, похоже, все-таки Сацума. Блять, ну охуеть. Ну просто охуеть. Ну что за Сацумы? Какие Сацумы, блядь? Где нормальная какая-нибудь точила, которая просто разорвет, блядь, здесь все сейчас нахуй. Гаврил Вендетта. Что тут, блядь? Ралли, блядь? Че, пацаны, на корвете, блядь, сейчас заезжай, блядь, наверх. Короче, все, пиздец, машины кончились, рубрика не продолжается. Я расстроился. Супра. Ибишу Писима. Короче, блядь, Ибишу Писима должна быть какая-то, прям пиздатая. Окудай, блядь. Чё дать-то, блядь? Аку, блядь? Акудам. Акудай, блядь. Да будай. Так, чё? Машины будут сегодня? Нет, вообще нормальные. Брукхелл Манхок. Давай, маслкар, который сейчас покажет всем. Ну-ка! Где он, блядь? V12 кастом, муникорн, флайер, блядь. Что за хуйня? Где тачки, которые готовы ебашить? Ладно, пусть это... Я рискну, похуй. V12 кастом. Передний, задний, блядь, ну нет, ну он не заедет, блядь. Я нашел один интересный автомобиль, у которого, судя по всему, поворачиваются задние колеса, а еще он полноприводный, еще там 280 сил, в принципе, не так много, конечно, но там написано разгон до 100 за 5,2. И знаете, вот эти вот поворачивающиеся колеса, если я правильно понял, что они действительно сейчас будут поворачиваться, они могут, между прочим, помочь, потому что, блядь, они в натуре поворачиваются. Ебать. Так, стоп, так я сейчас буду максимально маневренный пацанчик. Так, блядь, с такой мощностью мы далеко точно не уедем, блядь, это пиздец какой-то, блядь. Так, ладно, сейчас надо с разгона. Сейчас, короче, буду уворачиваться, давай. Первая передача. Блядь, заглох, сука! Сцепление ебаное, мне просто не хочется выключать это. В пункте, все, давай. 45% уже дамагит. На первой передаче будем пробовать. Блядь, ну, конечно, такое себе, ну ладно. Бля, ебать, так я... Я в натуре маневренный, у него задние подруливают, и все, я могу вот так вот из стороны в сторону. А, наебал! Наебал! Так, аккуратно. Бля, вторую подрубить или нет, или не потянет на второй, блядь. Хер поймешь. Нормально. Блядь! Тихо, не сдаемся! Газуй! Газуй, сука! Газуй, не сдавайся! Хорошо, зацепилась! Бля! Близко! Сейчас заедем. Мотор держит, это самое главное. Сейчас заедем, потанцует и заедет, смотрите. Сейчас, она уклоняет, она играет, сучка, блядь. Сука, тормози! Блядь, вот это, вот прикиньте, после этого всего она заедет, я бы охуел, честно. Бля, камеру неудобно вертеть. Бля, ну я реально сделал, ну не то, что все, что можно, но... Фу, бля, это жестко, ну-ка, как там выглядит это все? Бля, ну он пытался, он реально пытался. Он до последнего, сука, пытался, но, к сожалению, судьба злодейка распределилась иначе. Ладно, сейчас попробуем. На первой передаче можно. Не, тема, то, что подруливают задние колеса. Так, 23% клатча, похуй. Ну-ка, вторая. Бля, уверенно, сука, идет-то на второй. Ой, сука, вот он вы видели? Он в последний момент развернулся, этот камень. Он не хотел этого делать. Давай, пах. Пах! Вторая, нормально, на второй. Пошла, родная. Ой, как уворачивается, а! Она реально урулится очень круто. Надо эту тачку потом затестить как-нибудь.
Ой, издыхает. Блять, ну сука, ну хули ты затормозил-то? Ну сразу бы сказал, что я не готова к такому, блядь. Не готова, нахуй. Я согласна, все согласна, то. И все, блядь. Блин, ну как она выруливает, конечно. Я хуй знает. Хотел сказать, я хуй знает, как мне повезло, но потом понял, что мне нихуя не повезло, поэтому зря я свой рот открыл, блядь, вообще. Первое. Да ёбаный случай, а? Что ж ты не стартуешь-то, а? Не, походу, друзья, мы не найдем последнего победителя. Потому что они все какие-то, блядь, ну все они не готовы к тому. Ну что, вот что это за хуйня? Хуй ты разулся-то, блядь, зимнюю резину еще рано надевать, блядь. Пиздец. Первую. Бах! Нормально, нормально, нормально. И пошла красиво, и пошла грациозно, давай. Нормально, объезжай, налево. Сука! Ой, видали? Меня спасла судьба, злодейка. Она отвернула от меня этот камень. Все, пиздец. Блядь, мне везет пиздец. Мне везет пиздец сейчас. Просто нужно правее взять. Сука, такой удар сейчас смачный был, что я охуел, блядь. Пиздец вообще. Ну что, друзья, сегодня у нас мало победителей, оно и не мудрено, не суждено, не удивительно, потому что... Ну, потому что эти камни, они пиздец огромные, их очень много, они и размером огромные, и вообще в целом ситуация, конечно, такая себе. Это практически нереально, поэтому я даже удивлен, что я хоть на чем-то сегодня смог вообще покорить вершину. И как бы это реально удивительно. Так что, друзья, ставьте лайк, если хотите продолжение этой рубрики, то обязательно еще выйдет серийка. Подписывайтесь на канал, если тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья!